Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами в салоне Шкода. И что мы видим здесь? Шкода Рапид. Ее цена 1 миллион 613 тысяч 707 рублей. Это запись от 3 числа, от 3 марта. Давайте посмотрим цены, подпишитесь пока на канал, поставьте лайк и не забудьте сделать репост. Посмотрим, давайте, салончик данной машинки. Какой прекрасный руль, да, сиденье красиво сделано. Посмотрите, сколько много места сзади на самом деле, да? Какие классные черные диски, а? Посмотрите, как она смотрится сбоку. Как вам данная машина? Напишите ваше мнение в комментариях. И поставьте лайк данному автомобилю. Посмотрим дальше, давайте. Шкода Кодиак F-File. Смотрите, какой прекрасный автомобиль, да? И какая у него цена? Давайте оценим. Смотрите, система AirGlonass, допчики разные стоят на нем, да? И цена такого автомобиля 3 миллиона 38 тысяч рублей. Смотрите, это Hockey Edition. Давайте заглянем внутрь этого автомобиля. А пока подпишитесь и сделайте лайк. Смотрите, приборочка какая, да, сколько всего здесь. Ну, кстати, насчет цен, очень многие продавцы сказали, что цены сейчас взлетают прямо на глазах. Смотрите, какой классный вообще все, да, то есть вообще реально, ну, сделано шикарно, согласитесь, а? Как вы думаете? Тоже диски, резина, посмотрите, все прям красивенько, четенько, ну, конфетка, а не машина, а? Ну, а цен, конечно же, да, сказали, что будут лететь. А теперь посмотрим просто. Шкода Karoq. Hockey Edition, посмотрите, да, то есть. Цена данного автомобиля составляет 2 миллиона 725 тысяч рублей. Объем двигателя 1.4. 1340-95 кубиков. Смотрите, тоже диски классные, да, зелененький цвет, прикольный, класс, класс. Ну, что тут скажешь, приятная машина. Давайте посмотрим салон все-таки. Смотрите, да, руль моднявый с разными кнопочками, да, как все полагается. Опять же, приборочка, ну класс, класс, что скажешь, ну вот красиво Шкода делает. А, кто-то там ходит даже у нас на заднем плане. Ну, посмотрите, как можно установить велосипед на данный автомобиль. Правда, данный велосипед тоже, дай боже, стоит. Это вот наш Шкода Karoq. А это, давайте посмотрим на Шкоду Superb. Сейчас, конечно, находится на обслуживании, заряжается. Он как счастливый обладатель новой машинки, там уже оформляет что-то. И такая Шкода Superb у нас стоит 3 561 197 рублей. Кстати, кто еще не подписан на канал, подпишитесь. И лайк. Характеристики можно приостановить, прочитать внимательнее, если вам надо. Давайте заглянем внутрь этого автомобиля. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим идентичный руль, что и у предыдущих. Ручка, кстати, коробка передач здесь уже другая, обратите внимание. Посмотрите, как здесь сделано сзади, да? То есть, видите, там планшетки даже какие-то установлены. Смотрите, какие колеса классные. Ну, прикольный седанчик, что уж сказать, приятный. Посмотрим, какие цены дальше на него будут. Доллар-то все летит вверх и вверх, насколько я все слышу. Еще один Шкода Karoq. Давайте заглянем внутрь. Большой подстаканник под пассажирским сиденьем, да, то есть удобно там либо три человека, либо сидеть удобно двоим. Комфортабельно. Два парня спереди, две девочки сзади, либо наоборот можно. Но я думаю, что вы не приветствуете, чтобы 4 парня ехало в такой машинке. Смотрите, да, прекрасная. Кстати, вы как относитесь к Гетеро? Смотрите, какие классные тачки. Вот реально. А ценники как вам вообще? И такой Шкода Karoq стоит сейчас у нас, соответственно, сейчас мы увидим 2 468 рублей, 1815 рублей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.